Всем привет! Вы на канале Антишколы, с вами Ли, и сегодня мы будем заниматься тем, что будем проверять знания репетиторов по английскому. Мы зайдем на сайт с объявлениями и попробуем проверить репетиторов английского на знание английского в разных ценовых категориях и узнаем, как они вообще разговаривают, захотят ли они с нами говорить или, возможно, для них проверка будет слишком жестко. Короче, поехали, а там посмотрим. Звоним сейчас репетитору, преподавателю, учителя английского и немецкого. Комбо! Стоимость 180 гривен час, около 5,5 долларов это получается. Нормально, мне кажется. Поехали. Алло. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Меня зовут Ли, я нашла ваше объявление на Олексе, что вы репетитор, преподаватель английского и немецкого. Скажите, да. Верно, по адресу попала? Угу. А подскажите, как я могу к вам обращаться? Аня. Аня, ага, очень приятно. Аня, подскажите, пожалуйста, можно ли... Вы подготавливаете к ЗНО? Да. Ага, отлично. А стоимость у вас? 180 гривен в час. Хорошо, Аня, скажите, у меня к вам такой вопрос. Мы могли бы с вами минуту поговорить на английском, ну или вы просто представиться, для того, чтобы я просто понимала уровень, ну, подходите? Что? Какой уровень? Ваш уровень? Английского. Это как-то вообще глупо, мне кажется. Я говорю, первый раз такое слышу. Дело в том, что я разговаривала до этого с преподавателями, и когда я просила их поговорить, то они, ну, это был очень жесткий уровень. Указан был, например, C1, а по факту это был, дай бог, А1. Ну и поэтому теперь хочется проверить. Это вы так ищете преподавателя, чтобы он рассказал про себя по телефону? Ну да. А вас что-то смущает в этом? Ну да, это какой-то бред, честно говоря. Первый раз такое слышу. Ну, вы знаете, я не готова тратить свое время на преподавателей, которые... Ну, я тоже не готова тратить свое время на вас. А какой у вас уровень вообще? B2. B2? Ага. Угу. Поняла. Так, давайте, может быть, проверим, ну, то есть вы просто представитесь, там, что-то скажете, чтобы я понимала... Я не хочу это делать, это смешно просто. Ну, я не считаю, что это смешно, я считаю, что любой человек может свою квалификацию подтвердить. Я поняла, все, до свидания, девушка. До свидания. У меня есть такое подозрение, что она не очень хорошо знает английский, и она просто пыталась это скрыть. Тем, что у нее началось такое жесткое сопротивление. Что ты робишь на моем городе? И мне кажется, что люди, которые, например, не могут этого проверить, они идут к такому преподавателю, отдают детей, а потом удивляются, что нету результатов. И в итоге вот такие вот женщины обычно в конце говорят: это ваш ребенок дебил, а я красава. Поэтому, ребят, записаться на бесплатное занятие в антишколу можно по ссылочке в описании. Вау. Пожалуйста, учитесь у проверенных преподавателей, потому что это капец. Так, сейчас будем звонить репетитору английского языка, у которой в описании написано, что она опытный преподаватель английского. Я буду говорить, что я ищу для своего ребенка репетитора. Алло? Алло, здравствуйте, Людмила? Да, добрый день. Меня зовут Ли, я вам звоню по поводу объявления, что вы репетитор английского языка. На Олексе нашла вас. Подскажите, пожалуйста, а с вами можно, например, там на 10 занятий как-то договориться или там, ну, на курс какой-то? Скажите, какая у вас цель? Ну, цель поступить в университет в конце года. Ну, следующего учебного имею в виду. ЗНО и поступление в университет на ИНЯС? Ну, я не знаю еще на ИНЯС ли, но английский точно пригодится. Нет, ну, это разные вещи. Если вы собираетесь на ИНЯС, это одно. Если вы просто английский для того, чтобы вот сдать его как вступительный экзамен. Людмила, смотрите, у меня еще такой вопрос. Дело в том, что я звоню не первому уже учителю, и поэтому я хотела спросить, вы могли бы, ну, буквально там, не знаю, несколько фраз о себе сказать на английском, чтобы я, ну, услышала, как вы разговариваете? I can speak English quite well, quite fluently. Oh, yes. This is my profession. Mm-hmm. I am a director of the courses of English language, and I work for more than 20 years. Wow. Besides this American regularly, I have a language practice with the foreigners here in Odessa. Thank you so much, Людмила. That was really nice. Welcome. It's better for you to come and to speak with me, but not today, because
I'm sorry, I've got a birthday party today. My family is with me. And that's why will you call me on Monday? Okay. And we'll agree the time. Okay, okay, got it. So okay, I'm going to call you back at Monday, yeah? Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye, Людмила. Bye. Что ж, после 3 часов разговоров предварительных мы выяснили, что Людмила может поговорить на английском, что у нее 20 лет опыта работы, что она какой-то директор в школе английского и так далее. Ну и в целом, я бы сказала, что Людмила справилась с заданием. Едем дальше. Так, следующий братик, которому мы звоним, это, на мой взгляд, лет 13 мальчик, у которого написано, что он преподаватель английского для детей. У него уровень B1+, он так и написал. И пишет, что у него есть опыт преподавания. Предлагаю узнать, как Никита знает английский. Звоним ему. 100 гривен. Стоимость занятия 100 гривен. $4. Алло. Алло, здравствуйте, Никита? Да. Меня зовут Ли. Я нашла ваше объявление на OLX, что вы преподаватель английского для детей. Скажите, это верно? Да, да. Супер. А вот подскажите, у вас написано, что опыт преподавания есть. А вы могли бы рассказать немножко о нем? Ну, я преподавал у знакомых, просто знакомые знают то, что я хорошо знаю язык, да, и вот знакомые, ну, вроде бы нормально, там девочка выучила, ну, на А2 перешла, вот я знаю уровень. Я вас поняла. Скажите, Никита, а можно у вас, например, курсом как-то приобрести? То есть вы можете подготовить к ЗНО, например? Ну как? К ЗНО? Да. Вот, ну, я такого еще не делал, честно, ну, не подготавливал. Ага, поняла вас. Спасибо большое за честность. А подскажите, пожалуйста, а уровень у вас написано, что английского B1+? Да. А вот у меня к вам такой вопрос. Могу ли я послушать, как вы говорите, ну, буквально представиться, возможно, что-то такое? Хорошо, да, без проблем. Ага. Hello, my name is Nikita, and I'm 18 years old. I live in Ukraine, yes. Ага. Where exactly? Еще раз? Where exactly? You said that you live in Ukraine. Он сбросил! Никитос! Where exactly? Это был уже слишком тяжелый вопрос. Ну что ж, ну, Никита ребенок, что я могу сказать? Я бы сказала, что уровень у него примерно B1+, это с большой натяжечкой. Очаровательно, но я думаю, что с таким уровнем не стоит учить на самом деле. Ну, может детей можно, людей нет. Сказочки конец, а кто слушал, молодец. Мы позвонили всем преподавателям, послушали что-то хорошее, послушали что-то плохое, сделали свои выводы. Выводы, что надо учиться в проверенных местах, естественно. И сейчас я прошу вас написать в комментариях, как вам эта рубрика, понравилась, нет, что бы хотели добавить, что бы хотели убрать, а также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч, пока!